Общественный деятель поблагодарил Юрия Полякова за активное продвижение социальных проектов, особенно в рамках реализации программы «Доступная среда». Молодежный форум для людей с ограниченными возможностями здоровья, внедрение методик инклюзивного образования и создание особых условий для развития творческих способностей инвалидов. Этот опыт наработан в Анапе. Им нужно делиться с другими муниципалитетами. Павел Снаксарев предложил Юрию Полякову совместный проект – осенью этого года провести в Анапе краевой творческий и образовательный фестиваль. Глава курорта поддержал инициативу.